Число жертв в результате хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме в городе Каскелен достигло 2 человек. Сегодня стало известно, что от полученных травм в центральной районной больнице, не приходя в сознание, умерла 80-летняя женщина. Днем ранее, во время ЧП в самой квартире до приезда скорой, скончался 10-летний ребенок. Инцидент произошел накануне в обед на 5-м этаже жилого строения. Из-за хлопка были частично разрушены межкомнатные стены. Ударной волной также выбило стекла соседних домов и нескольких машин, припаркованных во дворе. Очевидцы рассказали, что до происшествия в подъезде чувствовался запах газа. Во всех обстоятельствах сейчас разбираются сотрудники районного подразделения по ЧС и полиция. По факту случившегося в многоэтажном доме проводится расследование. Состояние пострадавших стабильное. Некоторые готовятся к выписке. Мы их временно разместим в гостиницах. В ближайшее время проведем оценку ущерба и начнем ремонт в квартирах. Мы планируем возместить весь урон, начиная с мебели, заканчивая ремонтом. Всего из-за хлопка газовоздушной смеси различные травмы и ожоги получили 8 человек. Из них 3 несовершеннолетние. 6 остаются под наблюдением врачей. По данным районного акимата, капитальный ремонт необходимо провести в 4 квартирах. Местные власти также пообещали оказать всяческую поддержку семьям погибших.